лесе бура вам более долго. Он гулять желает всем, а вокруг тревога. Он пройтись желает в три ночи, нюхать звезды, а вокруг патрули ходят, глядя грозно. И хозяин стал сердит, не покормить столком, и на двери теперь глядит пиренейским волком. А утром не выйдет, нет, в булочную рано, где сосиски, где паштет, к чаю круассаны. Безработный он теперь на пособии хлипком. Позабудь, сказал маншер, про паштеты с оливки. Ту же пояс затяни и не вякай много. В общем, Боже, сохрани бедного бульдога. Вот вчера он сморща нос скресил, слез пошарить, что хозяин там принес в сумках из-за шана. Посмотрел тому в лицо, да и взвыл тоскливо. С белой маски черный кот ухмылялся криво. Ай-яй-яй-яй, расстройства много у французского. Взаимый сосед знать прижал оттуга, попросил не денег нет, а его зверюгу, чтоб на комендантский час совершить атаку. Ведь такая жизнь сейчас, что без пса ни шагу. Хозяин взял и дал, и не спросил собаку. Он его назвал Жан-Жак в честь Гольдмана Жан-Жака. Ты же с именем таким вежлив будь хотя бы. С кем попало, не гони пачкать в лужах лапы. Впрочем, лишний эмоционное может быть и кстати, куцем повертеть хвостом и проветрить стати. Вот и не дуя в усы идут щепки в общем шторме, а навстречу им патруль гардианы в форме. Черные пилотки, голубые маски, бульдог присел на лапки, полные опаски. Предъявите, молвил страж, справочку с печатью, что бульдог-то точно ваш, а не пес прокатный. А то стало, говорит, нынче очень модно пса арендово входить, ну просто где угодно. И пока сосед финтил, врал и путал звуки, пес, подпрыгнув, прокусил гардиану брюки. Вызывали по рации подкрепление роду, удирали дворами и подворотнями. А потом, забившись в щель, скрывшись по квартирам, пили чай имбирный эль и бульон куриный. Бульдог чесали и утешали, а после в работе сами увязли с ушами. А когда настал рассвет, было напечатано 20 справок разрешений, пропусков и допущений. В пакет упрятано, есть теперь с чем выйти в свет и сплясать кардембалетом хоть на коромке крат.